Ого, слышите, как она разгоняется все громче и громче? Вот это скорость у пилы! Привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, и наконец-то я зашел и набрал в поисковике Димас ТВ и увидел, что вы очень много построили для меня классных построек. И сегодня у нас обзор постройки, которые вы построили для меня. Если будете кушать, приятного аппетита, а мы будем начинать. Первая постройка — машина-убийца. Спереди с пилами, с пулеметом, я даже не знаю, это сзади, наверное, какая-то базука. Давайте ее соберем и посмотрим, что это за крутая тачка. Вот это подписчик старался. Спасибо тебе, кто строил эту тачку. Если вы хотите, чтобы ваши постройки тоже попадали в мою рубрику, потому что я начну ее снимать с сегодняшнего дня регулярно, подписывайте постройки или где-то напишите просто dimas.tv, и поисковик сразу их выбивает, и я их нахожу и показываю. Так, ох, сколько кнопок. Вот это класс тачка. Офигеть. Так, давайте посмотрим. Сначала протестим ее скорость. Хорошо дрифтует. Нормальненько, мне это нравится. Так, 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 давайте попробуем здесь сзади сесть. Я смогу здесь залезть. Ага, там куча мест, где можно сесть. Так, 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 давайте, оп, есть. Воу, круто, смотрите, можно стрелять, можно управлять. Получается, один сидит за рулем, включает пилу, и мы еще едем и просто начинаем всех струячить. Так, тут еще одна есть, я вижу. Ой-ой-ой-ой, кстати, не выкидывайся, а? Вот это у нас еще есть седлушка. Это просто для того, чтобы сидеть, я понял. Так, давайте поклацаем все кнопки, что там есть. Давно не играл в Scrap Mechanic, немножечко запутаюсь в управлении. Но ничего, все мы сейчас вспомним. Так, это у нас свет. Это поворотник. Это другой поворотник. Радио. Сигнал бомбический. Соединение нет, значит кнопка не забиндена. Свет. Вот, пила. Ого, слышите, как она разгоняется все громче и громче. Вот это скорость у пилы. Так, сейчас мы поставим другую еще постройку и попробуем этой пилой попилить. Посмотрим, насколько она мощная. Так, глушим ее. А это? Во, получается, я могу включить пилу и просто начать стрелять. Это будет жестко. Форди Мастовы. Так приятно, когда вы строите для меня постройки. Собрать. Ничего не проверял, это первое впечатление. Так что, надеюсь, вам тоже понравится. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И на самом деле это уже второй ролик за день. Может даже будет такое, что будет по два ролика в день, если вам это очень тема зайдет. Так, что мы можем здесь делать? Давайте мы... Ага, я могу... О, я удалил целиком глаз. Ух ты! Вот это мощь! Классные машины построил, ребята, мне очень это нравится. Давайте сразу тестить. Токс. Это получается ускоритель, да, наверное, у нас какой-то? Воу! Хо-хо-хо-хо, класс! Очуметь! Чуваку респект. Так, это ускорюшечка у нас. Это базука, которая... Ого! Неплохо, но машина целая осталась. Воу, вы видели, сколько тут ракет? Воу, ты что, чуть меня не взорвала. Так, это ускорение. Давайте потестим, насколько она быстрая. Круто, 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 круто. Тихо, тихонечко. Так, мы можем? Так, это вылазит, это поднимается. Так, а стрелять она не хочет. Потому что, наверное, здесь еще одно сиденье, где можно сесть и, наверное, все это делать. Но я его здесь не вижу. Так, два движка у нас. Посмотрим, как устроено. Тоже же интересно. Подписчики старались? Респект. Так, седлушка одна. Значит, он ее так и сделал, так и должно быть. Так, давайте, как я и обещал, мы проверим, пилит она нормально или нет. Включаем пилу. Так, это не пила. Вот пила у нас. Ну-ка. Воу, прикольно. Смотрите, как это смотрится. Офигеть. Но ничего не происходит. Наверное, если бы машина была из картона, наверное, можно было бы что-то интересное сделать.
Давайте будем смотреть следующую постройку. Так, это у нас даже непонятно что. Ага, надо мод, видите, не проверил все. Надо мод какой-то. Тоже надо какой-то мод. Тоже надо какой-то мод. О, вот это класс. В следующий раз я буду теперь проверять все постройки, потому что, видите, не углядел. Ну и автор не указал, какие надо моды. Получается, надо мне угадывать. Теперь, ребята, обязательно добавляйте моды, которые нужны. Так, а что тут получается? Есть какая-то кнопка у нас? Вижу, есть. Воу. Это он злым стал? Это он добрый. Ха-ха-ха. Классно сделано. Классно, мне нравится. Так, есть еще какая-то одна кнопка или нет? Все-таки на одну кнопочку, да, все сделано? Давайте сзади здесь посмотрим, может что-то тут есть. Так, ничегошеньки. Давайте еще раз нажмем. Прикольно, зубы такие злые. Ха-ха, класс. Мне эта постройка нравится, даже удалять ее не буду, пусть стоит. Так, следующая построечка у нас. Во, это что-то очень интересное. Вот это тачка скоростная. Давайте посмотрим, что она может. Так, это получается не водительская. Это вообще параша. Это она на унитазу не управляется. Воу, круто сделана подвеска. Просто офигенно. Смотрите, как поворачиваются передние и задние колеса. Из-за этого она очень маневренно себя ведет. Как, калитка открывается. Другая калитка открывается. Ого. Ничего себе. Воу, легче. Воу. Что это за машина такая? О, ускорение. Очуметь. Непривычно мне такие машины видеть. Вот сейчас мы можем на ходу прям ехать и трансформироваться, да? Так. И такая маленькая сразу машинка у нас встает. Очень круто. Так, где у нас ускорение? Давайте попробуем с ускорением. Что она может? Так, смотрите. Что она может? Не, ничего не может. Перевернулась. Сразу обращайтесь, профессиональный водитель. Ого, здесь пшеница. Давайте ее здесь поставим. И доедем до наших построечек. Так, где у нас там седлушечка? Вижу. Давайте ускоримся. Класс. Очуметь, какая машина. Это просто круто. Мне очень нравится. Спасибо, кто эту построечку сделал. Да вообще все крутые постройки. Так, давайте дальше. Надеюсь, там моды не надо нам будут. Потому что это будет фейл. Отлично, это полуфейл. Воу. Это же круто. Что это такое вообще? Так. Чпоньк. Так, мы можем поднять. Воу-воу-воу-воу! Тихо! Что-то мне не получается управлять. Сейчас попробуем. Сейчас. Получается, мы можем что? Да ничего мы не можем. Подняли. Опустили. Вот так вот. А почему она переклоняется? Не переклоняйся. Эх. Понятно, что-то или я не так делаю, или все-таки она недоделанная, скорее всего. Это построечка. Воу. Понятно. Давайте мы ее вот выключим. Чпоньк. Так, это что у нас вообще за кнопочка? Это просто вперед. А она вперед не хочет, да, ехать никак? Ну, прикольно по-своему, но мне кажется, впереди надо добавить немножечко веса, да? Давайте просто для эксперимента. Я уверен, что сейчас я сделаю, и она будет классно летать. Смотрите, немножечко веса надо. Так. Ой, это я сильно много веса сделал. Воу, что я сделал? Так, сейчас. Мы здесь удалим немножко. И сядем. Нет, не сядем, мы ее поставим. Сейчас она полетит. Так, что у нас это за кнопочка? Чпоньк. Эх, да ладно, я такой же строитель. Крутой. Что-то не получается. Давно я не играл в Scrap Mechanic, но ничего. Сейчас мы позаписываем пару роликов, все вспомним. Так, давайте посмотрим, что нам дальше подписчики приготовили. Собрать. Воу, а что это такое интересное?
Так. Соединений нет. Что это за черный ящик такой интересный? Так, ребят, если вы знаете, напишите в комментах, как вы думаете, что это такое вообще? Давайте посмотрим вовнутрь. Вот что это. Ты нажимаешь эту штучку и должна взорваться. Я понял, потому что видно мода какого-то нету. Так, давайте мы возьмем оружечку и просто стрельнем. Текс. Чпоник. Оу, такое добавили уже, ребята. Я не знал, что добавили это оружие. Офигеть. Неожиданно, но очень приятно. Эй, я тебя, получается, подорвал немножко. Давайте мы взорвем все-таки вообще эту машину. У нас тут есть интерактивные. И можем взять сюда парочку бомб нам. Так что, ребята, взрываю я копии, не оригинальные постройки. А то сейчас скажут, Дима взорвал постройки. Я вас всех люблю. И спасибо за классные постройки. Отлично. Смотрим дальше. У нас есть еще вот такой вот сейф. Ого, кабан. Ой, чуть на бошку себе не уронил. Ой, что-то лагает. Что такое? Так, что-то здесь не так. Давайте нажмем. Эй! А ну-ка. О, непонятно. Давайте еще раз себя поставим. Так, отойдем подальше и удалим. Эй, что-то... Там, ребята, что-то творится. Давайте мы очистим, посмотрим, что... О, да тут машина крутая. Эй, да прекращай. Да что творится? Сейчас мы все удалим. Получается, механизм двери заклинил. Видно, он когда... О, выехало управление. Давайте пульт управления поклацаем. Ух ты. О, пойдет, мне нравится. Ну вот эта машина очень круто смотрится. Ага, я понял. Ее надо, наверное, удалить от крепления здесь, да? Для того, чтобы не лагало, он так сделал. Молодец. Ну а теперь мы выезжаем. Ого, тачка! Офигенная! Давай, покажи, на что ты можешь. Ребята, вот это скорость. В воздухе видели, можно разворачиваться? Мне это нравится. Тихо. Аккуратно. Новая машина, но очень быстрая. И красиво смотрится. Так, едем на наших гаражей всех. Разгоняемся со всей силы. Вот это нормальная скоростушка. Мне она нравится, пойдет. Так, стопэ, психичка. Так, я понимаю, что вот эту постройку, скорее всего, надо удалить, потому что FPS немножечко подвылетела она. Ой. Вот так вот. Удалить. Да. Смотрим, что у нас там дальше подписчики сделали. Загрузить конструкцию. Воу. Это что такое? Это дом Гренни? Ой, я поставил на машину какую-то. Ой. Обращайтесь, кособок это я. Давай тут. О, пролагало. Давайте опустим. Я так понимаю, что для этой постройки, скорее всего, надо плоская местность. Так, это вообще постройка называется Гренни Хаус. Оп. Еще раз. Во, да, проседает сильно FPS, когда я пытаюсь ее поставить на землю. Но давайте просто зайдем, посмотрим так. Я надеюсь, что все равно смысл остается. Так. Удаляем. О, здесь тоже машина есть. Ну да, по сюжету же мы можем на машине уехать. Текс. Ступенечки наверх, погнали. Все надо посмотреть. Токс. Я эту карту ни разу не видел. Тихо. Когда проходишь, этот звук колокольчика сделанный. Красава, респект. Получилось у тебя. Бабка Гренни тут спит. Здесь я должен спать. Очень большая постройка. А ну-ка. Ага, они будут работать, на подставке стоит. Очуметь. Мне нравится. Глобаленько так сделал, прям по сюжету все. Конечно, в уменьшенном виде, но смысл остается. Кто шарит бабки Гренни и карту, тот сразу поймет, откуда она. Потому что, в принципе, аутентично. Смотрим следующую постройку. Загрузить конструкцию.
Вау, крутая точилочка. Пойдет. Залазим вовнутрь. Такое я люблю. Так, подожди, это не водительское сиденье, вот. Ну что, наваливаем? Воу, она аж боком встает. Что такое? Эй, тихо, тихо. Дверь открыта, дверь открыта. Что это было? А эта дверь так открывается? Капот. Багажник. Дворники. Респект, респект, молодец. Странный звук она издает, когда... Ну-ка. Проверим ее скорость. Но она как-то переклоняется немножечко, когда еду. Как на лодке какой-то по воде. Типа такого что-то есть, смотри. Не валяшка. Давайте проверим, она из картона или нет. Эй, не лагай, не лагай. Что-то лагает. А, рядом построек наставил куча, наверное, не тянет. Удаляем. Давайте проверим, с картона или нет. Нет. Ну, картонную построечку классно было бы так. Наверное, мы сделаем какое-то выживание на картонных построечках. Будет интересно. Ребята, все постройки ваши не влазят в один ролик. Вы очень много их построили. Так что, если хотите, чтобы ваши постройки попали в мой ролик, подписывайте где-нибудь в постройке в описании или саму постройку. Димас ТВ, я их найду и запишу. А если вам понравилась эта серия, вы хотите еще? Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну, а всем отличного настроения. И всем пока.